Отлично. Осталось только полить клумбу, чтобы она не завяла. Чего мне надо? Канистру какую-то. Так. Канистра. Так, тут нет ручки, чтобы включить воду. Это не ручка, а вентиль. Подсказка. Вот он, вентиль. Есть. Там кусок слишком большой, надо отрезать. А чем? А, ножницы. Есть. Спасибо за клумбу. Кошмар. Я рад, что вы стремитесь к красоте и гармонии. Кошмар. Да что кошмар? Это к игре не относится. Да ну ёлка. Кошмар. Это у меня просто мышка выпендривается. Кошмар. Нет, это не кошмар. О, заработал. Вы садовник Джош? Меня зовут Лара Джонс. Я пришла за ключом. Духи-хранители направили вас ко мне. Откуда вам это известно? Я тоже хранитель. Вы не похожи на духа. Духи охраняют ключи, а я защищаю портал сил. Что за портал сил? Через этот портал можно управлять балансом сил в мире. Эти силы — любовь, власть, талант, сила, знание, ремесло. Они влияют на людей во всем мире. Если начнет преобладать сила и власть, начинается война. Если знание и ремесло — ученые совершают открытия, создают невиданные машины. Портал был создан давным-давно, чтобы поддерживать гармонию. А кто его создал? Они звали себя мудрейшими. Но кем являлись биологически, неизвестно. Именно они управляли эволюцией человечества, настраивая баланс сил. Но вот пришло время, когда мудрейшие решили, что человечество способно развиваться самостоятельно.
Они создали орден, в состав которого входили достойнейшие представители человеческого рода. Смыслом существования этого ордена стала охрана портала, а ключи от него были доверены духом-хранителя. После этого мудрейшие исчезли из нашего мира. Есть мнение, что они отправились контролировать процессы эволюции в других мирах. В других мирах? Вы же не думаете, что наш мир один единственный, и что мы одни в этом мире? Ну, я уже не знаю, что и думать. Посмотрите, сколько сущностей обитает рядом с людьми. Духи стихий, привидения, домовые. Все мы существуем рядом, хотя большинство людей не могут с ними взаимодействовать. В чем-то вы, несомненно, правы. Но некоторые из этих ментальных сил могут управлять людьми. И их злобные желания зачастую угрожают благополучию всего человечества. Вы хотите сказать, что их интересуют возможности управления порталом? Да. Зло всегда искало его. Но сейчас настал такой момент, когда оно очень близко подобралось к порталу. Ему даже удалось раздобыть ключ. Именно поэтому духи-хранители были вынуждены искать себе защитника. Того, кто бы не дал злу собрать все ключи и воспользоваться порталом. И этим защитником стала я? Но почему? Ведь я не единственная, кто держал в руках ключи. Видимо, вы единственная, кто обладает необходимыми для избранного качествами. Дух первого ключа признал вас избранной, и остальные духи поступили так же. Все они испытывали вас, и вы блестяще справились со всеми заданиями. Теперь вы должны исполнить предназначение – вернуть порталу сил гармонию. В последнем видении был какой-то сундук. Может, вы знаете, где он? Этот сундук стоит у меня в саду. В нем лежит фрагмент ключа. Пойдемте, я покажу вам его. Да. Скажу сразу, на сундуке замок, и вы должны с ним справиться. Это тот самый сундук, который был в моем видении. Цель. Нужно открыть сундук. Какой интересный замок. Так, цель. Подсказка. Противоположности. Не существует друг без друга, а потом образует пары. Понятно. Так.
Луна и Солнце. Есть. Отлично. Осталось немного. Так.